Свинка Пеппа. До свидания. Привет. Сегодня я нашел трех недомапперов, которые поистине достойны большого внимания в отдельном камере СЦП. Наслаждайтесь. Бра. Святой БНР, что это за херня? Такого говна я не видел аж 2 недели назад, и вот оно снова здесь. Ну вы поняли, потому что я не хотел, чтобы Австро-Венгрия так быстро распалась на септиленов стран. Стоп, вы видите то же, что я? Австро-Венгрия еще не распалась до конца. Какие страшные звуки, а знаете, что мне нравится в этом маппинге? Мне очень нравится плавный переход, не то что у некоторых. Ну что сказать, все так неплохо, что даже он не представляет насколько. И он получает 10 баллов из 10, потому что он... Ты никогда не узнаешь! Только мои подписчики знают, что так делать карту и сюжет, ну просто непростительно. Ему посоветовать могу только одно. Давай по новой, Миша, все хуйня. Копать-колотить — это что за всрота и карта? Зря он только спиздил шаров от разных аниматоров. Ну тут и дураку понятно, что весь выпуск посвящен войне между Германией и СССР. Уж лучше я пропущу это видео, потому что YouTube это, к моему сожалению, не проморгает эти моменты, и переходим к другому существу нашего зоопарка. У меня очень много вопросов. Итак, слушай. Почему у Беларуси черные глаза, он что, принял ислам? Ну тогда какого хрена у Португалии одни точки? Да, Британия настолько обкакалась перед коммунизмом, что даже стал сам коммуной. Хотя, впрочем, мне как всегда... Так, на этом вся экскурсия еще пока не закончена, но привал надо сделать. Нас ждет еще много приключений. Так что этот выпуск можно считать хэллоуинским. Готовьте тыквы, конфеты, привидений, ведьм и многих других, может быть, они и вас защитят. А вам всего доброго и хорошего настроения. Захарду привет!